Вот наша железная головоломка. Сейчас мы ее откроем и посмотрим, как же ее разбирать. Ни разу в жизни не пробовали. Сейчас попробуем и покажем вам. А Никита сейчас достанет. Вот. Так, раз. Два. Три головоломки. Три головоломки. И они уже сцеплены. Одна вот так выглядит. Крючками у нас цеплены, я так понял. Их надо разобрать. Как их разобрать? Я не знаю, как их разобрать. Ну что, так? У меня не получается. Сейчас будем пробовать вместе. О, у меня получилось, а только головоломочка. Ну так она собрана, а надо все разобрать, да? Пожалуйста. Написано, придется потрудиться. Да, потрудиться. Придется потрудиться. Потрудимся. Еще написано, не займет много места и поможет проверить смекалку вашего друга, послужит развлечением в дороге. А какой возраст? 5. А, да, 5+, тебе уже можно. Где 5+? Вот это? Да. Ура, мне уже можно. Может, ребята, подскажите, как Никите разобрать эти головоломки? Да! Ну-ка вот. Покажу вам на вот этих моделях, как их разбирать. Эти проволоки, головоломки. Берем вот этой формы, квадратными, закрученными. И чтобы они вот так, этими закрученными хвостиками в разные стороны смотрели. Фиксируем левую часть, а правую проволоку начинаем крутить вокруг левого кончика вот этого. Выкручиваем этот кончик, выводим сквозь это кольцо и снимаем. Вот так. Все, они рассоединились. Теперь обратно вставляем, подводим его к этому кольцу. И начинаем в обратную сторону закручивать. Вот так. Еще раз. Вот они сцеплены. Берем их вот так, выравниваем. Фиксируем левую часть. И начинаем крутить. Вот, крутим вокруг. И все, выкручиваем. Так они рассоединяются. И закручиваем часовой стрелки. Вот эту я вам показала. Следующая. Теперь такой формы. Вот у них концы загнутые, а другой прямой. И берем ее так, вот так, сами сцеплены. Берем загнутыми концами вот как вверх. Потом берем вот так, сгибаем и подводим к друг другу прямые концы. Вот. Заводим под прямые друг к другу и вот этими загнутыми выворачиваем внутрь кольца. Вот так они расходятся, кольца. Так, теперь вот так проволочки сюда заводим, потом вот так переворачиваем и все, и они сцепились. Еще раз показываем. Загнутыми концами вверх. Поворачиваем их вот так друг к другу. Вот видите, они друг за друга должны прямые концы зайти. Потом поворачиваем, крутим вот так и выводим опять концы. Вот так. И также еще раз заправляем друг за друга и сцепились. Это следующий. Так, это вторая. Вот третья головоломка. Я ее разобрала. Одно кольцо было так, а второе здесь было продето. И сейчас я не знаю, как ее собрать обратно. Может быть, вы видели где-нибудь видео, как собрать эту головоломку. Или знаете, расскажите, пожалуйста, в комментариях. Вот она у нас так разобрана и лежит, мы не знаем, как ее собрать. А если видео понравилось, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Мы дальше будем снимать для вас интересное видео. Нам очень приятно общаться с вами. Пишите комментарии. Всем хорошего дня. Пока-пока.